Страстное танго, заводной европейский микс или нежный венский вальс. В бальных танцах вся жизнь, весь спектр эмоций, уверены солисты ансамбля «Дуэт» из Димитровграда. Своей энергией они покорили и жюри, и зрителей. Откуда черпают силы и вдохновение, не скрывают. Танцевальные тренировки помогают даже здоровье поправить. Оставляют заботы за дверью зала. Да, да. У всех проходят головные боли, давление. Танцу все возрасты покорны, уверены в Самарском дворце творчества. Уже четвертый раз здесь проводят фестиваль «Весенний вальс». В этом году больше 30 танцевальных групп, около 300 танцоров приехали из городов Самарской области, Оренбурга, Ульяновска, Пензы. Шквал аплодисментов сорвали триумфаторы фестиваля, самые юные участники. Чтобы блистать на сцене, не обязательно быть звездой – девиз фестиваля, цель которого не только повысить интерес к бальным танцам, но и показать молодежи, как красивы правильные увлечения. Почему именно бального танца? Красиво. Бальные танцы – это красиво. И мы считаем, что танцы, они не только со звездами. Танцы для всех, если человек выходит на сцену и может себя показать, тем самым он достиг определенного уровня. И если вы посмотрите в глаза маленьких детишек, и в том числе наших сеньоров, это действительно стоит этим заниматься. Гала-концерт собрал полный зал. Вход для зрителей бесплатный. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.